На холдинг Добровольских осуществлена рейдерская атака. Ни руководство, ни подчиненные не понимают, что происходит и кто за этим стоит. Выясняется, что Аня не поехала в Польшу, поскольку заподозрила сестру в подготовке очередного преступления. Как бы искусно Яна не делала вид, что она исправилась, обмануть человека, которому она уничтожила жизнь, не удается. Аня встретится с врачом сестры, чтобы выяснить, действительно ли та вылечилась. Девушка еще не знает, какую именно роль сыграет Максим в жизни Яны. И это лишь часть того, что вы сможете посмотреть в заключительных сериях украинского сериала «Кольцо с рубином». Всем спасибо за внимание, пока!